Sanatorium. Короче, я только что поиграл первый раз. И я нашел 7 страниц из 8. Честное слово говорю, только первый раз сейчас поиграл. Вот. 7 страниц из 8 нашел. И после того, как я нашел 7-ю страницу, я, короче, иду-иду, захожу в комнату, и вдруг ни с того ни с сего камера показывается, поворачивается, показывает мне Слендера и гейм овер. То есть я его даже не видел. Просто, короче, захожу в комнату, вдруг камера переключается, и мне показывают его, и все. Вообще, блин, пипец. Короче, тут можно ходить, в принципе, без фонарика, и так все видно. Вот, и лучше не бегать, потому что бег, он очень быстро заканчивается, и если, например, ты увидишь Слендера, то тебе нужно будет от него убежать, собственно, вот. Так что бег лучше не тратить. Ну, там точно есть страница, я пока туда не пойду. Причем, знаете, я собрал 7 страниц, и я даже как-то... Я его видел всего там только пару раз. То есть я особо долго на него не смотрел. Я его увидел, разворачивался и бежал дальше. И все. То есть, как бы, ладно, я понимаю, если бы я на него долго смотрел, это понятно, почему он меня схватил, да? Все-таки 7 страниц, это сами понимаете. Вот. Но я же на него практически не смотрел. Вот первое, например. И вдруг камера поворачивается, его показывает, и все. Че, опять это музыка, как в обычном Слендере. Тут еще пианино очень прикольное. Как будто кто-то бьет по клавишам, но это потом будет. Там... Вот он! Блять. Вот видите, я сейчас слегка на него посмотрел, и все, у меня даже экран не потемнел, это самое, без помех был. Сейчас я его увидел прямо после первой страницы, а когда я играл первый раз, то я его первый раз увидел где-то страницы после третьей или после четвертой, то есть достаточно долго я ходил, его не было. Сейчас прям сразу. И что лучше мне играть, как вот многие делают, они записывают, короче, свою рожу на камеру и вставляют в видео, чтобы было видно их. Чё за хуйня? Вы видите, я застрял. Это глюк. У меня такого ни разу не было, я застрял. Я не могу двигаться. Слышите? Звуки как будто спринт, как будто я бегу. Слышите? Звуки как будто я бегу. Фонарик выключить можно. По сторонам смотреть нельзя. Все, это глюк. Пипец. Интересно, кто-то с этим сталкивался или нет. Ну что, тогда сейчас остановлю запись, а в следующем видео попробуем тогда еще раз. Наверное, Слендер меня между столами запер, чтобы я не двигался.